Привет всем, дорогие друзья, ну и, конечно, подписчики. Кто знает, меня зовут Тайна НЛО, и тайну мы раскрываем очень часто. Сегодня мы раскроем самый необычный и, скорее всего, первые видеосюжеты от тех людей, которые столкнулись первый раз. Они видели своими глазами нечто, которое передать не могут. Но что на самом деле они видели? Давайте мы разберем сегодня. И с вами будем оценивать этот видеосюжет как можно интереснее. Досмотрите до конца. Оставьте вопрос свой или комментарий. Поделитесь с друзьями, с близкими. И не забывайте, дорогие друзья, в описании подписаться на социальные сети, которые вы видите. Ну а всем, кто понравится этот видеосюжет, пожалуйста, ставьте колокольчик, чтобы всегда быть первым на этом канале. Что на самом деле люди видят в последнее время? Кто первый раз видит НЛО, вообще задумываться о том, что это небеса или какие-то божественные силы, или какие-то еще силы. Ну, в общем, люди не могут поверить своими глазами, что это НЛО. В этот же день, когда у очевидца был день рождения, он отдыхал с друзьями и увидел в небе какой-то необычный куб. Он начал спускаться все ниже и ниже, около 75-100 метров он завис над землей. После этого он выпустил какой-то необычный яркий луч. То, что вы сейчас наблюдаете, его повергло в ужас именно сам луч, говорит другой очевидец, который рядом с ним был. Он почувствовал, как земля стала чуть-чуть шататься. То есть, скорее всего, это было землетрясение. Всегда бывает такое, когда что-то бурит, что-то это, кора начинается слегка двигаться, и все начинается двигаться слегка. Но удивительно, что этот необычный видеосюжет попал мне. После этого НЛО скрылось, то есть исчезло. И больше ничего, никто ничего и не видел. Видеоролик сохранился, конечно, спустя год он решил это показать. Но исходя всех моментов, вы видите, дорогие друзья, необычное, но очень страшное, которое очевидец заснял на свою камеру. Военные уже говорят во многих местах, что в Китае это самый эпицентр НЛО. То, что вы сейчас наблюдаете и видите, дорогие друзья, это треугольник НЛО. Говорят, что США разрабатывали такие необычные корабли еще в 57 году, но им удалось только это создать в 90-х. Когда Советский Союз распался, США уже лидировала в прогрессе. То, что вы сейчас видите, это необычное, но очень странное НЛО было замечено китайскими фермерами. Посмотрите внимательно, он... Треугольник так и остался. Говорят, в тайге в Сибири их часто замечают, но еще были замечены в Аляске. Один момент вообще, рассказывает охотник, в тайге увидел этот треугольник над головой. Что и было странно, то что как будто этот треугольник издевался над этим бедным человеком. Почему они и множество других НЛО взаимосвязано между собой? Я, дорогие друзья, раскрывал очень долго и тщательно. И понял только одно, что вся раса, которую вы видите, треугольник, дискообразный, овальный, кубический и многие другие, это раса других пришельцев. В общем, оказывается, это не одна раса, как у нас человек, там и индийцы, или там китайцы. Это то же самое, только еще больше. Ну и последний видеосюжет, дорогие друзья, который поверг всех, правда, в ужас, был замечен в Бразилии. Что вы видите на этом видеоэкране? Вы видите, как три необычных НЛО на землю спускают множество каких-то ярких огней. Но эти яркие огни, дорогие друзья, пришли неспроста. Все еще сложнее. Оказывается, в Бразилии, когда рубили леса, и в последнее время люди не могли ничего поделать. Появились потом какие-то необычные шары, яркие. После этого стали проявляться НЛО.
и рассказывает очевидец, что несколько ярких огней нападали даже на рабочих лесников. Ой, лесорубов, извините. Но что происходило дальше, никто не говорит. Эти три объекта потом исчезли, но шары остались. В общем, НЛО выпустили защитников дронов, и они начали защищать лес. Такое было и в Сибири, когда китайцы рубили лес, у нас появились НЛО. Но правда это или нет, останется большой и толстой загадкой, дорогие друзья. Но оценивайте, если вам понравилось. Ставьте лайк, если вам тоже понравилось. Ну и подписывайтесь, если вам не тяжело. Ну а в общем, дорогие друзья, с вами был Тайна НЛО. И, конечно, всем удачи и пока. Oh.